партнер проекта – санаторий «Красный Яр». Многопрофильная здравница Прикамья. Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Всех с началом недели, ну а мы в свою очередь продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Ну что ж, мы в очередной раз находимся сейчас на перекрестке улиц Уральская и Свердлова, Мотовилихинский район Перми. Почему в очередной раз? Да потому что сколько мы здесь не были, к сожалению, ничего не меняется. А жалобы к нам в редакцию поступают постоянно. Вот этот перекресток очень аварийный, поскольку движение, как известно, на Уральской очень интенсивное. Поворот просто-напросто нужно запретить. Но чтобы было понятно, расскажем еще раз. Тем, кто движется по улице Свердлова от площади Восстания, поворот налево разрешен на улицу Грачева. Движение, как я уже сказал, здесь очень интенсивное. В часы пик мы прекрасно знаем, что здесь происходит. Поток очень большой. Вот представьте, едет машина, и ей нужно повернуть на Грачева. Она стоит, потому что поток с другой стороны огромный. Машины стоят, это можете себе представить, 50-60 машин просто стоят и ждут одного водителя, когда он повернет. Ну и, конечно же, в-третьих, это небезопасно. И кто здесь ездит ежедневно, прекрасно знает, что на этом участке случаются аварии. И довольно-таки серьезные. То же самое, конечно, нужно сказать и для тех, кто выезжает с Грачева на Уральскую. Это же нужно быть смельчаком, чтобы совершить данный маневр. Если посмотреть под другим, так сказать, углом, вот мы здесь находимся 7 минут, и вот первый автомобилист, который сейчас будет поворачивать на этом участке. То есть желающих немного. Значит, чтобы не было аварийной ситуации, проще здесь запретить, потому что поворот абсолютно нецелесообразный. Вот вы только что сейчас наблюдали, как газелька поворачивала. В результате автомобилисту другому пришлось притормаживать, чтобы ее пропустить. Погодные условия у нас в Перми таковы, что возникают огромные риски. А если вдруг скользко или дороги не чищены? Вот так и случаются аварии. Некоторые на огромной скорости отсюда выезжают, а по-другому никак. Поток плотный. Вообще, конечно, на мой взгляд, странная логика. Чем же руководствовались люди, когда разрабатывали данный план и в итоге установили вот такой знак на опасном участке, да к тому же на крутом повороте? Здесь, конечно, надо признать, что поворачивают действительно немногие и правильно делают. Но те, кто поворачивают, в результате настроение портится у всех, кто находится рядом. Вот, пожалуйста, мы спустились сейчас ниже на несколько метров. Тоже выезд с Грачева на улицу Свердлова. Фактически такой же перекресток, тоже опасный. Но здесь все правильно. Знак только направо. А почему же там так же не сделать? В общем, вопросов данному участку очень много. И, видимо, еще неоднократно нам придется сюда приехать. А может быть и не одним. А с кем-нибудь, кто устанавливал этот знак. Было бы неплохо, кстати, узнать мнение.
На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное, удачи на дорогах. Пока!